Знаешь, есть легенда, будто Альтаграсия после того, как убила священника, похоронила его в этих стенах. Ты в это веришь? Почему именно здесь? Здесь можно сколько угодно кричать, но никто тебя не услышит. Мы на глубине 25 метров под землей, в царстве тишины и темноты. Это лучшие условия для созревания вина. Ничего себе условия. Ламон, зачем ты меня сюда привел? Потому что каждый раз, когда мы рядом, со мной что-то происходит. И мне очень хочется, чтобы сегодня это случилось. Соломон, а что там? Ничего особенного. Пойдем, хочу тебе что-то показать. Куда? Может быть, пойдешь один и перенесешь сюда? То, что ты сейчас увидишь, настоящее сокровище этой компании. Пойдем. Проходи. Это здесь. Вот, это и есть сокровище фирмы Дель Торо. Теперь я понимаю, что ты называешь сокровищем компании. Больше ты отсюда не выйдешь. Я тебя похитил. В заложнице я не гожусь, потому что слишком часто хожу в туалет. Могу тебя здесь оставить на всю жизнь и превратить в свою рабыню. Больше никто тебя не услышит. И подумают, что ты умерла. Пойми, Соломон, я пришла сюда по работе, а не для других дел. Так что со мной у тебя облом. Ты не зато меня принял. Пусть ты президент компании или кто угодно, но со мной у тебя ничего не выйдет. Я тебе не лотерейная премия. Я пришла сюда работать, готовить материал для документального фильма. Вот и все. Ты что, ничего не поняла? Ты моя пленница. Никто тебя здесь не услышит, не поможет. Никто не вытащит тебя отсюда. Только я. Значит, ты в моих руках. Ты что, не поняла? Никто тебя здесь не услышит. А если и услышит, то скажут президенту фирмы. А значит, мне. Видишь? Чего ты добилась? Порезала себе руку. Это я добилась? А себе ты что скажешь? Я думала, что ты шутишь, но ты зашел слишком далеко. Так и знай. Мне не нравится. Ни это место, ни твои шутки. И вообще, все это мне не нравится. Кристина, я могу быть очень добрым, но могу быть очень злым. Это предупреждение, так что смотри, не подведи меня. Ладно, все, успокойся. Это всего лишь шутка. Раз ты любишь истории про ужасы, вот я и решил немного над тобой подшутить. Ладно, пошли отсюда. Успокойся. Позволь мне тебе помочь. Успокойся. Осторожно. Спокойно, это всего лишь шутка.